Я хочу вас поздравить с тем, что вы поступили в один из лучших вузов нашей страны. Вы мех? Лучше всех! А теперь в прыжке, давайте попробуем это сделать. Нет! Ну хотя бы руку поднимите. Ну, да. Да здравствует диплом военмеха, путь к успеху! Все хорошо? Все получилось? Добрый день, ребята! Мы культмассовое направление, и наша главная задача сделать вас всех счастливыми! Не правда ли? Так, но единственное, я вам сейчас подскажу, поскольку мне... Ну вот это да, она бомбита вообще. Во всем мы их взяли. Вообще, если что, можно начать заново. Тихо, давайте вы просто туда выйдете. Добрый день, да. В общем, мы представляем направление профориентации, как мы вчера показывали. Меня пригласить в проект. Хочу вас поздравить всех, что вы прошли на второй этап студ-лидера. На самом деле вы молодцы, очень большие. Называется СОВ-ППО. Специальный отряд военной подготовки и пожарной организации. Ребята, наша команда представляет проект «Студенческий журнал». Возможности перед участниками. Заинтересованные студенты будут создавать собственные научно-технические проекты. Команда «Самое время», и мы хотим представить вам наш проект «Первый день новой жизни». 2017 военных! Лучше всех! И именно с этого момента Санкт-Петербург стал называться Санкт-Петербург. Я благодарю свою команду, спасибо большое, ребят. Вы, конечно, разбросались в разные стороны, вы замечательные все. Вы мне очень нравитесь, и я очень рада, что с вами познакомилась. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нас тут лидер, поезд мчится, все летят туда, как птицы, и лечу, как птица я. Всем привет, будем знакомы, направление простое, профориентация. Анастасия Цесарская. Юлия Ефимова. Дарья Киржакова. Мария Барабина. Кирилл Галиев. Елизавета Карель. Александр Перелыгин. Еще раз. Военмех!